Так, ну все хорошо. Никто не утонул. Отложил червячка, да? Повкуснее. Жирного нашел, да? Вот, самого большого, да. Молодец. Вот мои молодые сокола во всей красе, да, совсем молодые и уже не очень молодые. Сейчас я хочу попробовать дать им подарок от Терекс Фуда, саранчу. Да, понятно, что саранча может убежать и через пол, и через сетку такую она пролезет. Вот, но это не страшно, это чисто проба такая охотничьего пера. Сейчас мы их поставим. Я попробую поснимать. Не думаю, что они будут при мне охотиться, потому что они все-таки на выпуске меня боятся. Но я сейчас попробую выйти и, может быть, с той стороны поснимать. Посмотрим, как будут себя вести. Все, сейчас выпускаю. И выхожу, дабы не беспокоить. Так, вот крылышку видно. Если что, я... с той стороны скорректирую, подойду.